Всем доброе утро. Ну что, вчера покатались? Неплохо покатались. Сейчас позавтракаем и вперед. В субботу надо иногда и работать. Такие вот дела. А вот уже и обед. Добрый день. Солнышко вылезло вдруг откуда ни возьмись. Сразу мойка полная. На автомойку лучше не ехать. Там очередь стоит даже. Прям вообще дичь какая-то. Ну ладно, я прям пропылесосить я и дома смогу. Мыть я не поеду машину сегодня по одной простой причине. Понедельник, вторник, среда. Там еще дождей будет сколько. Смысла нету, так что сейчас деньги давать на мойку, если через 2 дня твоя машина будет выглядеть еще хуже. Ну, надо ставить приоритеты, взвешивать, есть вообще смысл мыть это все или нет. Вот в данном случае погода говорит, нет. Блин, сегодня работал, и выхожу с поликлиники, ну, нужно так было, выхожу, и сидит в коляске Лёха. Ну, Лёха, он выглядел как Лёха, и такой этот, что-то мы с ним слово за слово, он такой, блин, ты русский, да, сидит, курит чувак, да, такой, ну, а слышно, у него акцент, он по-немецки говорил с ужасным таким акцентом, да, я говорю, ну да, что такое, что случилось, да, он такой, да вот, я один, там, это, есть там пару этих, есть себе там пару евро на сигареты, я говорю, а что ты, ну, Леха, что случилось-то, как так-то, он такой, ну, представился, говорит, меня Леха зовут, и вот, говорит, вот, всем помогал тут, короче, домой, говорит, отработал, говорит, у меня, говорит, там на стройке, короче, работник такой строительный, я, говорит, тут, говорит, бах, уснул дома и проснулся, говорит, не могу, говорит, двинуться, ничего. То есть позвонки заклинило, сидит в коляске, говорит, такой, да, он подавленный, ситуация. У меня, к сожалению, много не было, но сколько было, то есть пару монет ему дал, говорю, ну, потрать самому, понятное дело, ну, ему сейчас охота покурить, все одевал вот этот табак, но... Дело даже не в этом. Дело в том, что такие люди встречаются в любом городе 100%. Ну, если у вас есть возможность, помогайте. Потому что даже мелочь, как говорят, мелочь, но приятно. Он по ситуации свою рассказал, и это то еще себе, конечно же, состояние. И человек, то есть, остался сейчас как один. И это совсем непросто. В данной ситуации вот так вот работал, да, тут ни с того ни с сего. Так вот проснулся, говорит, все, заклинивать, двигаться не могу, говорит, вот он до телефона еле дополз, мы его в больницу привезли там, и, ну, это как это называется, на скорой помощи. Как-то вот так. То есть работал, человек, хоп, в коляске оказался. Но непростая ситуация. Так что просто хотелось сказать, я вот часа уже 2-3 с этой мыслью хожу в голове, кручу. То есть, если есть у вас возможность, помогайте, даже если это мелочь какая-то. Часто встречаю, кстати, в городе у нас там сидят, кто с гитарой сидит, там что там поют, там кто-то этот... И большинство из этих людей это делают не потому, что они хотят миллион заработать. То есть 80% этих людей, которые сидят, как показывают то, что могут. И
пытаются хоть как-то копейку заработать, реально заработать, то есть потому что, ну, кушать нету и так далее и тому подобное. Есть, конечно, там попрошайки, прям реально он у тебя денег взял, через 2 часа смотришь, он с банка пива ходит, но очень много случаев, которые прям, ну, в этой шкуре никто бы не хотел оказаться, поверьте мне. И большинство, я думаю, проходят мимо, но есть все-таки отзывчивые люди, ну, нужно помогать, тем более, я говорю, ну, вроде как человек искусства, но у всех было по-разному, у каждого своя жизненная ситуация. Это, конечно, непросто, да, я вот, мне вот про Леху вот уже пару этих, пару часов уже мысли крутят в голове, вот еще раз, да, то есть, если кто может, то есть, не проходите никогда мимо, потому что реально не знаешь, что у него, что с ним случилось, то есть, жизненная ситуация у всех до того, блин, абстрактные и какие-то, иногда даже по озвучанию, там, по озвучке какие-то неправдоподобные, но, тем не менее, помогать и, как бы, и вашей помощью, даже если это будет очень минимально, но помощь, какой-то отзыв, даже выслушать его просто человека, там, копейку нашел, там, 50 копеек, там, 5 рублей, 10 рублей, там, я как он, 2 евро, 10 евро, дело даже не в сумме, дело в том, то, что ему будет уже приятно человеку этому, кто-то его выслушал, плюс надежда есть, то есть, чтобы он не покладал руки, не накладывал руки на сам себя, ну, тут много чего, как-то так, как-то так, я говорю, часто вижу, и все время это как-то иногда легко воспринимается, иногда нелегко, потому что видишь реально, и если ты в город какой-нибудь приезжаешь, который город намного больше, то такого ты видишь еще больше. Есть, конечно же, такие, которые не хотят с обществом ничего общего иметь, у нас такие тоже находятся, то есть в каком-то матрасе спят. Но это, к сожалению, ну, это их выбор, да, есть, которые непринужденно так получилось, ну, какие-то ситуации в жизни сложились, которые не смогли найти где-то выход, не было помощи, в нужную минуту этого человека никто не послушал и не выслушал, то есть не смотивировал какую-то предпринять вещь в той или иной ситуации и выкарабкаться из нее. Человек скатился по наклону, и это прям тяжело. Но я думаю, вот именно такой маленький такой вклад, вот этот вот, это есть, думаю, для этих людей та самая мотивация, потому что выкарабкиваться оттуда очень маленький процент, это очень тяжело. Это очень тяжело для организма, для психического здоровья, для нервной системы, для всего-всего-всего. И если вот человек все потерял, то есть когда человеку вообще ничего не осталось, он тогда ценит вот такие вот как раз мелочи, и это дает ему шанс двигаться вперед. Есть какое-то такое секунда такая, чтобы видеть будущее, что все-таки не все потеряно, и можно что-то предпринять, что-то поменять. Сложная ситуация. Я думаю, этот ролик не каждый поймут, я ведь сейчас записываю без всяких ножниц, то есть ничего не вырезал, прям одним кусочком. Но, тем не менее, как бы, я люблю юмор, все дела, но, я говорю, вот такое будет иногда проскакивать, потому что не без этого. Записывать я такое еще никогда не показывал. Может быть, спрошу, если кому-то нравится или не нравится, то есть кто-то не против был бы. Но я этого сам не хочу. Есть, потому что сотни тысяч роликов, где специально кто-то там ходит, деньги дает этим людям, помощь, как бы. Но я как бы, сколько раз я помогал таким людям, нуждающимся вот именно в такой поддержке, в такой мотивации, то есть сколько раз я помогал, и жена свидетель тому, и не только, но не выкладывал никакой-то в сеть, ничего не записывал, телефон, то есть это все должно происходить как-то по-другому. А то, что вот это показывают, на показ выставляют, типа они такие, ну, пускай будет так, как-то. Это их выбор. Я так
решил как сильно это не показывать, но поговорить об этом, именно сказать, напомнить, потому что я думаю, найдутся такие же самые случаи и в вашем городе, где вы живете, по месту жительства, которые люди, допустим, которые нуждаются в этом. Как-то так. А если чуть попозже что-то будет, стрим, подкаст или иное, то будет. Если нет, то завтра утром, думаю, обязательно мы возьмемся, то есть какой-то там мотивационный стримчик будет по-любому, но это будет завтра. А сегодня пока не обещаю, сейчас ролик смонтирую, вы увидите его. Как-то так, я пока сказал, все, думаю, на эту минуту. Так что продолжение следует.